думаю, что Орловская область сможет на выставке «Армия 2020» представить первый в России образец консорциума гражданских и военных предприятий, направленных на обучение и образование детей. Ну, какая радость будет для любого ребенка, когда он сможет в самом отдаленном селе прикоснуться к самым современным техническим. VR-очки, компьютеры, 3D-принтеры, и за ним не нужно будет ехать ни в Орел, ни в Москву, ни в Санкт-Петербург. Он приедет сам. Мы договорились уже до конца этого года, 6 районов отработаем, около 1000 детей смогут на первом экспериментальном образце поучиться.